11 августа 1962 года о Чувашии узнал весь мир. Ровно 55 лет назад наш земляк, космонавт Андриян Григорьевич Николаев, совершил первый пилотируемый полет. Это событие стало большим шагом в освоении космоса. Сегодня вся республика вспоминает о космонавте номер 3 и о его вкладе в развитие космической отрасли. Улица Николаева. Здесь находится школа имени Андрияна Григорьевича и вот этот памятник. По традиции именно к нему жители республики возлагают цветы, тем самым отдавая дань памяти и уважения покорителю космоса. 94 часа 64 витка вокруг планеты. Это рекорд пребывания человека в космосе тех лет. Как только Андриян Николаев вступил на Землю, он стал национальным героем. Чувашский сокол стал примером для подражания для многих мальчишек и остается им до сих пор. Я горжусь его поступком, то, что он полетел в космос, осмелился. Это не так легко. Месяцы тренировок, каждыми днями тренируешься. Это очень сильно надо быть. Тоже хочу быть космонавтом. Среди тех, кто пришел почтить память Андрияна Григорьевича, были люди, кому повезло встретиться с ним в силу разных жизненных обстоятельств. Когда-то я была еще молода и работала проводницей поезда «Москва-Чебоксары». Меня предупредили, что будет ехать, значит, Андриян Григорьевич Николаев. Вы будете его сопровождать. Общительный, очень добрый такой, советы даже дает. В шашки играли, в шахматы играли. Весело провели. Есть что вспомнить. Что вспомнить есть и его коллегам. В Чувашию приехали известные советские и российские космонавты. Летчик-космонавт Российской Федерации, герой Российской Федерации Николай Михайлович Бударев. Андриян Николаев во многом был первопроходцем. Он первым взял ручное управление на себя, первым отстегнулся от кресла, чтобы проверить на себе состояние невесомости. Риск был. Андриян шел с риском для жизни. Ни один человек на Земле не мог предположить, что в невесомости будет так неприятно нашему вестибулярному аппарату. Это впервые столкнулись. Характер, его сила воли, его стремление к новому. Это было главное, и это отличало Андрияна. Скафандр, шлем и взгляд, устремленный в небесную синеву. Таким увековечен Андриян Григорьевич Николаев, легендарный покоритель космоса и гражданин Земли. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.